Loopbet, made for live betting. Группа C стартанет вот-вот турнира Lootbets Make My Beach Cup, и для вас его освещает, как всегда, USCC. Зайд Злоба сегодня в эфире, и у нас ждет два очень интересных BO3 матча. Да, и начинается все со сражения Немига против команды Virtus.pro, и Немига только что получили, ну просто вот такой щелбаном по лбу и вылетели с... Да какой щелбаном по лбу? Это прям удар под дых был, да. С треском вылетели с другого турнира USCC Summer Smash, проиграв Авангард со счетом 2-0. Это, конечно, такой для меня, наверное, шок. Все-таки Авангар, учитывая, что они играли и с Адреном еще не сыгрались, и в последнее время Авангар не слишком такую хорошую игру показывали, то я думал, что Немига, ну там какой-то зацеп будет. Три карты всего. Ну, в итоге все закончилось на двух. Но, может быть, сейчас Немига вот воспрянут духом. Да, самое главное, чтобы остались вот эти вот краски моральные ресурсы, и ребята не просели по этому показателю. Начинается у нас все, естественно, с Миража, и начинается с энтри-фрага от Роба. Жесткий хедшот по Миху моментально. Ну, вот хорошая сторона того, что Немига сейчас разыграны. Они уже отыграли, ну, две игры, два матча, точнее, две карты. Поэтому по стрельбе должно быть неплохо, но здесь Акалишиус выходит и в соло перекрывает двоих опорников точки А. Легко бокс погибает, также Роба отдает свою голову. И ситуация 2 в 3. Джо МДС попробует этот ретейк выиграть. Да, и при этом сейчас с поставленной бомбой Virtus.pro уже, по сути, программу минимум выполнили. Каждая секунда работает на них, пытается Джо выйти в спину. Но яму также должны контролировать. Тем более отличная позиция есть на низе. То есть ее будет прочекать очень тяжело, сколько бы вы ни убили других опорников. Да. Но здесь грамотно расположились Virtus.pro. Батит игрок из дефолта. Остальные закрыто сидят. И вот сюда... Тут Калишу смог столько времени выигрывать со спины. Джоу не дождался МДС. Если бы чуточку, возможно, похалдил, там бы Джоу дал какие-то фраги. И, может быть, даже раунд смогли перевернуть. Странно, что МДС до конца перестрелку эту выигрывал. Точнее, пытался выиграть. Может быть, просто байтил на себя. А Калишу квадрокилл по итогу в рамках этой пистолетки. Притом, знаешь, это было, ну, вот довольно просто в его исполнении. Да. По крайней мере, со стороны это смотрится как не нервные какие-то тапы, а очень размеренная стрельба. И сейчас есть фармган, есть возможность немного укрепиться. Плюс 3 калаша, то есть байт Virtus.pro довольно серьезный. Ну вот что-что, Virtus.pro стрелять-то умеют. Да, команда тоже не показывает прям каких-то железобетонных результатов. То есть у них всегда плавающие как-то могут выиграть каких-то крутых командам, а могут просто проиграть. Поэтому нестабильная команда, и здесь тоже у Virtus.pro есть над чем работать. Ну, значит, очень далеко проходил сейчас своим МАГ-10 один без какого-либо размена. Но его тиммейты тем временем выходят на точку Б, которая практически свободна. Здесь только один игрок МДС, но МДС не чекают, он открывается своим юзлом, подгорает и дает минус по Миху. Теперь он, конечно, погибнет сейчас, скорее всего, хотя... Еще дал фраг. Как-то получилось непонятно. Роба вырубает Акалишуса. И последний Снакс. А он далеко. Вот то, о чем я говорил. Virtus.pro. Ну как можно было как-то несинхронно не проверить позицию Форест? Это очень странно. Понадеялись на молотов. Но здесь уже у Снакса нет никаких возможностей затащить раунд. Бомба стоит на дефолт. И ее контролируют три игрока. Это раунд, проигранный юспам, да, по сути. То есть вот только я сказал о нестабильности Virtus.pro. Они берут великолепный первый раунд. Показывают просто какую-то умопомрачительную стрельбу. Выходят по точку Б. И их МДС троих убивает Свиспа. Злоба, вполне возможно, нужно немного помолчать, чтобы ему все было хорошо, Virtus.pro более стабильно. Может быть, да. Пока я не сказал, да? Да, друзья, опять же, у вас также есть возможность что-нибудь передать нам в эфир по хэштегу UC Studio. Пишите в комментариях на Твиче. Самое интересное, наш режиссер выведет прямой эфир. Все ваше мнение по поводу игроков, команд, их состояния, перспектив. Да. И, естественно, какие-то пожелания в эфир. И не забывайте на сайт Lootbet забегать, тем более, что коэффициенты очень сладкие. Учитывая, что 2.5 дают на Немигу в этом матче, мне кажется, Немига может и выиграть. Поэтому... Не забывайте, что вы еще не только фармите деньги, но и фармите мерпоинты. И в конце недели лучший из вас забирает бесплатные крутые скины от Lootbet. Так и есть, ну а пока остается только Миху и забрать он разве что может одного бесплатно в спину, но Роба прикрывает своего тиммейта. И вот лично мое мнение, что если здесь ВП выигрывают первую карту, они могут просто по морали раздавить уже Немига. Ну где-то все-таки ресурсы заканчиваются. Три карты подряд проигрывать за один игровой день, это очень и очень тяжело. Ну мапу в принципе удобно для Немиги, они и Мираж хорошо играют, и на Дасте неплохо действуют, поэтому в принципе у них шансы здесь есть и 2-0 закончить. Матч очень интересный, на самом деле. Так и есть. Пока же у нас пошел раскид от Virtus.pro. У них есть, наконец-то, гранты, у них есть калаши, но они могут попробовать вот исправить свои ошибки на старте. Занимается уже белый ящик, тут же поджим через андер от Снакса, но его никто не контролирует. С окна уходит игрок Немига, остается нам коннекторе бокс. Бокс играет более в закрытую позицию. Ну и пока Virtus.pro отыгрывает дефолт. Смок обновляется в окне.
будут заходить, видимо, медленно в коннектор. Джоуа здесь, у него хорошая позиция в шарте, и можно ее реализовать. Прилетела хаешка, но без дэмэджа успевает Снакс отойти, никто не поджимает апарты точки Б. И таким образом, без контактов на минуте времени у нас команда. Ну и, возможно, будут какие-то перетяжки. Там по-прежнему под ямой находится Веги. Но играть он будет не первым номером. Он больше на контроле. И к нему как раз-таки может выйти Лолипоп в какой-то момент. Ждут какой-то агрессии сейчас Virtus.pro. Но Немига-то не торопится эту агрессию проявлять. 50 секунд на таймере. Бокс по-прежнему под смоком действует в коннекторе. Смок развеивается. Чекает под окном даже без флешки от тиммейтов. Это было слишком опасно на самом деле. Но выживает. И ребята попытались его здесь догнать, но подстраховал. Роба Миху погибает. И что, выход по точку А? А здесь опять смоки. Как действовать? Непонятно. На таймере уже 30 секунд. Все очень-очень опасно. Лолипоп по итогу должен принимать без флешки без силы. Как же Лолипоп изначально не пошел с проем? Он одного хотя бы забирает. После этого следовал размен. Но тиммейты Лолипопа помогли справиться с ситуацией. Бокс не пускает коннекторы. Действия Virtus.pro не самые уверенные. Действительно. Правда, конечно, погиб сейчас. Снакс последний против троих. У него просто времени нет этот раунд выигрывать. Пропустил Снакс игрока на джангл. И потом уже МДС был готов к этому выпаду. 3-1. Virtus.pro пока что не получается реализовать свои раунды после первой пистолетки, выигранной практически в соло Калишиусом. Вот у них остальное не идет как-то. А Немига наоборот, они начинают все увереннее настреливать, при этом они выживают большим количеством игроков, что очень важно для защиты, особенно на старте, то есть уже 8500 Джоя, там по 5000 у трех других игроков. А, правда, сейчас Джоя просел по ХП, но с позиции окна также дэмэдж нанес какой-то. Что дальше будет? Бокс, коннектор, Лолипоп, две головы сносит Миху, Веги. Ну, здесь, конечно, братская могила. Похоронили Немига буквально за секунду всю команду Virtus.pro. Попытка была выйти с плитом. Три с ямы, два с коннектора. Ну, Немига прям действительно очень уверенно стартанула. И при этом такие быстрые раунды на пистолетах против фулл девайсов защиты, они оборачиваются тем, что защита даже гранаты свои раскинуть не успевает. Вот сколько они сейчас потратили на перезакупку? 500-900 долларов. Это в худшем случае. Пару смоков, там пару флешек каких-то. Ну, в итоге сейчас Virtus.pro хороший бай. Значит, с АВП это может как-то пробовать от этого поиграть. Правда, у него нет армора. Это может, конечно, в какой-то момент стать проблемой против каких-то агрессивных гранат и элементарно прострелы. Ну, а здесь его забирают под флешку с угла. Лолипоп возвращается на позицию точки А. Там же есть еще погибший Акаришус на центре. Это девайсный, не забываем, от ВП. Ничего не получается. Virtus.pro даже не могут подойти на позиции, с которых они хотят проатаковать. Их постоянно просто ловят на каких-то перетяжках, на вот этих выпадах под флешку. Немига, ну, здесь сейчас на шаг впереди в этой защите. И остается последний Миху против пятерых игроков Немига. Только бокс пострадал по ХП. Там просто Virtus.pro пришли на это Best of 3, а там окровавленные злые Немига, пришедшие с предыдущей встречи после авангард. Ну да. Ни привет, ни здрасте, ни до свидания. Просто по лицу бьют, бьют, бьют и бьют. Миху пытается хоть как-то отстреливаться, хоть какой-то вред экономике защите нанести нужно еще. Потому что, ну, один фраг это слишком мало. Миха подходит просмоками, но здесь они сейчас начнут развеиваться и его просто поймают на этом. Да, Джоу уже видит. Ну, правда, теряет Роба, нужно ВП его забрать. На самом деле, Миха неплохо так подгрыз экономику Немиги, но я думаю, они не особо расстраиваются. 5-1, и Virtus.pro даже не берут паузу, не торопятся они. Пока что все идет, видимо, по их сюжету. Просто там, опять же, Джоу было чуть ли не 14 тысяч долларов, он закупился, еще 10 осталось. Все слишком хорошо для защиты, вот одним-двумя фрагами вы сейчас их не остановите. Они уже набрали вот эту подушку безопасности экономическую. А Калишос принимает андер поджим. Хорошо сработал, бокс неплохо прокалил, но все-таки фраг достается атаке. Странно, что бокс без флешки выпад делал. Обычно кидает моменталку, и здесь бы он как раз-таки перестрелял, скорее всего, своего оппонента. Но решил вот так вот удивить и погиб. Что, Роба перетяжку-то все слышит. Он уже на топ-мидле за вайтбоксом. Он все прекрасно понимает и говорит, дает кол своим тиммейтам, что, скорее всего, это будет А сейчас. Но посмотри, два игрока по-прежнему под Б-сайтом. Видимо, все-таки Роба не понял, куда эта атака будет направляться. Мало того, что они находятся под Б, так еще и сам Робо, он даже не заходит в коннектор. И, по сути, яму пропускает. Это игра от ретейка в лучшем случае для Немига. Если они потеряют пару игроков, вполне возможно и сейв. Просто заходит на ноге, как себе домой. Значит, уже прыгает на голову. Правда, вот здесь его принимают уже в упоре Робо. Тут, понимаешь, проблема-то в том, что у Virtus.pro нет ни одного смока, чтобы закрыть хоть какую-то позицию. Но Лолипоп подставляется, Робо с головы не стоит пикать. Это будет ошибка, его тут заберут. Ну и, в общем-то, как я говорил, все и произошло. Мих, правда, еще и Джо подрезает. МДС пропустит ли бомбу? Да, пропускает тайминги.
Ну и по итогу, сколько бы времени у него не было, но МД забирает первого, моментально размен от Веги, 5-2, ВП смогли взять раунд, но им нужна серия сейчас, казалось бы, обычно мы такое говорим для защиты, но и ВП это необходимо. Лолипоп, конечно, подставился здесь на фаербоксе, это был ключевой фраг от Веги, если бы там Лолипопа не забирали, то пройти бы на точку было бы очень тяжело. Ну и сейчас в целом Немига перезакупается по полной. У них есть 3 пачки китов, куча гранат, все необходимые девайсы. Просто если разобраться, а что Лолипоп вообще смотрел с Firebox, когда 2 игрока были в коннекторе своих? На своих друзей, по всей видимости, он смотрел. Странный мув. Ну ладно. 5-2, Virtus.pro пока что расплетились по карте. Есть игрок в коврах, и это нам дает какое-то понимание, что, скорее всего, будет сплититься точка А. Сейчас раскидаются смоки в коннектор, и ну, такой классический сплит уже. 3 коннектора, 2 ковры. Ну, Роба также отправляет свой смоук под коннектор. Правда, вот уже первого нацелил. Как же это было легко для Роба. Он даже не торопился с этим фрагом. Открытие с ковров также закрывается. А Калишус хотя бы убивает же. Ну и вдвоем пытается сработать с этого коннектора по-прежнему. А Калишус проходит уже на скамейку. Но тут просто летят минус за минусом от команды защиты. Ну, а Калишус прошел слишком глубоко в плент. Но без прикрытия тиммейтов, без кроссфайра, без гранат уже было невозможно играть. Как думаешь, сколько гранат вообще потратит Virtus.pro на этот раунд? Я не успел сосчитать. По-моему, 2 флешки. То есть у них были и смоки, у них были и молики, у них все было, но они решили выйти под контакт. Можно этот раунд описать одним моментом, когда вот просто тихонечко под музыку появляется голова по лесенкам из коннектора, да, и по ней залетает от снайпера. Очень-очень просто было, действительно, опять же, для защиты. Но теперь Virtus.pro опять играет с экономическими проблемами. Да что ж такое, это не дефолтные пистолеты, куча гранат, то в этот раз они вынуждены их прокидывать. Решили потратить все-таки. Ну, давайте посмотрим, как с раскидкой получится. На самом деле, часто такие раунды заходят с гранатами. Лолипо подгорает, но тушит себя, информация по нему появляется или нет. По крайней мере, должны подозревать Virtus.pro уже. Тут куча фрагов готовых фармиться Лолипопом, но он только один дает. И бокс, ошибается, а здесь еще и Джо. Вот то, о чем я говорил. Раскидали смоки, и пистолеты в упоре работают гораздо эффективнее. Девайс Проба, конечно, закрывает снэч, который попытался обойти через коннектор. Ситуация вдруг 2-2, и тут 2 игрока оба на дефолте, и это слишком легкие фраги для МДС, учитывая, что и Веги, и Акалишус были красные. Ну, по сути, закончились смоки, и закончилась эта вот невидимость для игроков ВП. Это тонкая грань, когда вот раскидывается точка А, тебе нужно успеть в этот момент таймингов еще и поставить бомбу, пока смоки не рассеялись, потому что потом у тебя шансов никаких. Занять какую-то кассу, если есть возможность там продавить вдвоем, чтобы уже на контакте принимали всевозможные ретейки. Не получилось, и ВП за это могут заплатить очень дорого. Джоя начинает с 2 энтри фрагов по ВП, 10-й раунд. Полетели Virtus.pro, втроем остается против пятерых, здесь парный выпад, как же круто играть, Немига. Так где они были-то против Авангара, я не понимаю. Вот в том-то и дело, что то ли не проснулись, то ли что, сейчас они не прощают ни одной ошибки, они сами начинают делать какие-то аркады, выпады, и все это делается, знаешь, как-то грамотно, под флешки, под прикрытие, да, под кроссфайр. Вообще не придраться. То есть настолько действует как единое целое. Ну, действительно, видимо, разозлились они в предыдущем БО3, и сейчас прям на плюс моралечах давят Virtus.pro. Но можно отметить то, что Virtus.pro как-то слишком расхлябанно пока что, да, начинает это Best of 3. Может быть, тоже еще не включились в игру, знаешь, такие пока на старте бывает. Такой порочный круг, потом его последующие Best of 3 с кем-то, они приходят туда уже опять злые. Неважно, как закончится данная встреча. Да уж, но что вот тут делать с Нэчи? 45 секунд, он умирает на центре. При том, что он смотрел выход зигзага в этот момент. Просто неуверенная стрельба какая-то. Ну, там широкий стрейф, и АБП бывает такое, как бы, тяжело. 4.6 на Virtus.pro. При том, что на Немигу в целом, по ходу этого Best of 3 коэффициента был 2.3, что-то подобное, 2.4 даже перед стартом встречи. Ну да, не говорил об этом. Да, то есть, и это понятно, почему предыдущая Best of 3, которую они играли против Авангарда, и в целом расстановка там сил. Изначально было так. То есть, все еще букмекеры полагаются на тег Virtus.pro, хотя мы понимаем, что тут давно уже не та самая команда, которая цеплялась там за мейджоры и так далее. Полетел Молотов, опять же, ВП просто выходит в этот огонь и сгорают во всех возможных смыслах. Хотя бомбу практически вынесли, попробует ее, возможно, даже поставить, но, естественно, это не позволит сделать Роба. Роба отстреливает первого, второго забирает бокс, Роба по-прежнему жив. По 250-м не выиграть эту перестрелку. 9-2, пока Немига просто настолько быстро летят по миражу, что ты даже можешь его не заметить. Пока что я не знаю, какие алты есть для Virtus.pro.
То есть мы видели от них и медленные раунды, и быстрые раунды, и раунды с раскидкой, и все контрится не мигой. Я не знаю даже, что здесь посоветовать Virtus.pro. У нас 11 раундов сыграно за 20 минут, даже меньше получается. То есть сами раунды идут довольно быстро, то есть нет каких-то поздних таймингов. Открытие, опять же, на центр. Смоки прокинули, бокс начинает давить. Это аркада от защиты. Но у атаки здесь full девайс, и они на старте втроем. Это очень опасно для бокса. Ну, он не торопится дальше пушить, работать под смок. На самом деле на стул можно было бы забраться. Но там Лолипоп хватит на себя, и он просто перестреливает снайпера. А здесь пытался свишнуть свой девайс. Михой также отдается. МДС шарта закрывает всех остальных игроков на мидле. И остается лишь Веги с 7 хп против троих игроков Немиги. Да, и это, слабо сказать, тяжеловато будет. Он при этом еще и с флешкой в руке, по всей видимости, встретит соперника. Но нет, МДС просто... Он идет на ходу, зная, где будет соперник. Да... Не позавидуешь сейчас, на самом деле, фанатам Virtus.pro. Сейчас это какой-то длительный период, по всей видимости, ну, ты берешь. Да, там. Просто я думаю, вот, у них, наверное, один вопрос. Доколе это будет продолжаться? Потому что, ну, ладно. Это, скажем так, разговор. Если вот у нас будет какая-то длинная пауза, да, мы да, поговорим да. в целом о тегах и о том, как они влияют. Есть о чем поговорить, на самом деле. Ну, посмотрим. По точке Б, кстати говоря, только один опорник сейчас. А Virtus.pro, по-моему, планирует именно туда выходить. По крайней мере, три игрока с бомбой у нас пытаются выйти по точку Б. Хотя два игрока раскидывают. Это, похоже, будет фейк. Ну, вот тут Веги начинает показываться своим калашом. Такой фейк прохладный, никто не выходит. Раскидали гранаты и убежали. Ну, здесь МДС уже дает кол, что это точка Б. На дефолте можно его закрывать, но по стрельбе он гораздо сильнее выглядит сейчас своих оппонентов. Еще и Роба на хелпу успел подойти. И в итоге те самые два фейкующих игрока остаются... Дел сейчас. Такое ощущение, что у МДС сейчас на защите точки Б был какой-то щит, потому что все пули летели мимо, он ни одной пули не получил. То есть, ну, фейки из 2007-х, 3-х, 4-х годов, я не знаю, раскидать гранаты и не выходить. То есть, вы, по крайней мере, должны запускать, ну, хотя бы одного игрока, который хотя бы какой-то размен должен дать. То есть, иначе фейк, ну, никогда не получится. Никто не будет перетягиваться вот чисто лишь из-за двух смоков, которые раскидывают. Да. ВП понимают при этом, что сейчас у них нет возможности как бы там что-то откладывать, нет смысла, потому что и так на сейве за лустрик очень-очень много, и им остается закупиться по 2000, но Молотов останавливает их выход через ковры. Но Липоп, Молотов пролетел ему между ног вниз под навес, а сам он остается на контроле ковров. Пошел выход. Здесь Лолипоп, кстати говоря, в блайнде. И может мы Веги его забрать, но Веги даже не чекает позицию Лолипопа. Он хоронит двоих. Надо упасть как-то. Ай, не попадает. И все-таки на дефолте его забирает Миху. Но в ответ врага Джой. Он здесь спит у 50. Не прощает Снэчи. Это 12-2. Последний раунд первой половины. Сколько времени на это затратило? 25 минут? Да в том-то и дело, что у нас мираж может закончиться так, что просто люди придут посмотреть, ну, как обычно. Там не буду смотреть первый раунд и приду под самое интересное. А тут уже карта закончилась. Да. Все действительно очень и очень быстро происходит. Но сейчас последняя попытка. ВП нужно просто кровь из носу брать эту троечку. Но тут Роба идет в аркаду со снайперской винтовкой. Отстреливает первого. Лолипоп тем временем убивает Веги. Значит, также прокалили. Роба прикрывают. Тиммейты. Роба погиб. Но тут уже отстрел от бокса. Бокс сжигает Снакса. И Акалишус один. Какой крутой матч мы смотрим. Это просто рубка каждую секунду. Да. Вот это я понимаю Counter-Strike. Это настоящая действительно битва. Но этот Акалишус пытался вообще хоть что-то сделать. Мне кажется, Акалишус самый результативный игрок своей команды. 12-14 у него сейчас статистика. Я не знаю, что это было, но, по-моему, это с учетом того, что трансляция идет 3 часа дня, 18+, так должен стоять. Да, я не знаю, что это было, но Virtus.pro, видимо, сейчас тоже не понимает, что это было, потому что выглядело так, как будто Немига залетели, знаешь, на открытые квалификации к минору, там тир 128 да. сыграли, сейчас побегали просто по карте, поуничтожали и, в общем-то, и все. Ты понимаешь, и ВП-то ни одной паузы не взяли, вообще ничего. Правда, вот сейчас у нас вторая пистолетка разыгрывается. Уже как себе домой заходит на точку А. Будут ставить бум-бум. Правда, выходит последним номером. И хорошо работает Веги. Веги отстреливает первого. Там смоки, и теперь ничего не видно. Соответственно, нырять через коннектор также Миху опасно. Тут блоки уже на контактной дистанции. Да, ПМД занял позицию под коннектором. И его здесь выбить будет крайне тяжело. Конечно, по нему, возможно, инфа есть. Но красный Веги. А Лумдеста подставляет сейчас под тикет. Ну а теперь можно играть просто на бомбу, нет смысла никакого рисковать. Открытие МДС попадает по сопернику, максимальная концентрация, правда, какие хорошие этапы летят от ВП. Ну здесь бокс пытался успеть, но все, уже не успевает.
Ты посмотри, сколько хп у Virtus.pro. 5-4-8. Но они грамотно... Бокс! Последняя секунда! Это же уже просто было невозможно! Он без китов, диффузил, у них нет китов! Он не успеет все? Нет! 14-2. Мне кажется, Злоба, надо было просто помолчать. Я же тебе говорил еще на первой половине. Что ты говоришь-то опять, чтобы все выиграли ВП? Ну это прям, знаешь, вишенка на торте сейчас была от игры Virtus.pro. Да, это конечно, просто это тяжело. Бокс 1-4 успевает добежать до шарта. Я не успеваю насладиться игрока миражом, понимаешь? То есть вот как это обычно бывает там. Зайди на фейс, поиграй. На раскид на 30-х секундах, ждем, нюхаем текстуры. Нет, здесь все очень быстро играется. И Немига просто идут с девайсами, двумя калашами, двумя МАК-10-ми и юмпом давить Virtus.pro. ВП делают форс, но у них выбора нет. Они отпускают соперника на мап-поинты. Да тут... Тяжело, на самом деле, не отпустить с такой игрой. Снакс погибает, выход по точку Б. Там, конечно, с маркета уже есть хелпующий игрок, но он слишком припозднился. И тут уже, в принципе, позиционно преимущество ребята из Немиги. Закрывает Миху, Снач погибает. Ну, дальше, конечно, Веги сыграл в размен. Но, опять же, это слишком мало фрагов и демеджа. Остается последний Веги против четверых. Уже душ, тулипоп на ноге, смотри. Они уж не боятся, они не боятся погибнуть. Они ничего не должны бояться. У них запас просто в целую вечность для того, чтобы выиграть этот мираж. Ну, 12 мап-поинтов. Коэффициент 2,5 на Немигу. То есть здесь как бы уже просто некультурно обманывать и говорить, есть шанс на какой-то камбэк и возвращение. Ну и Веги здесь, конечно же, уже заперт. Открытие. Веги хорошо убивает бокса, подбирает калаши. Вот тот герой, который нужен сейчас команде Virtus.pro. Бокс очень интересно, на самом деле, на префаре сейчас вышел, учитывая, что игрок прям за стеной стоял в этой же позиции. У многих так может возникнуть, знаешь, вопросы какие-то. Но он все-таки стрелял именно на позицию в углу. Конечно, то есть понимал, что оттуда никак не мог уйти уже соперник. И мы видим, вполне возможно, последний бай от Virtus.pro в рамках этого миража. У них есть МП 9, Фамос, Дигл и Аук. Ну, а Немига просто играют, по сути, в 4 калаша и юмпика. Калишус врывается в яму, начинает отстреливать. Есть флешка, но отходит. Игроки Немига, отпатованное открытие. Неплохо. Размен по двоим, и там уже с ковров открывается Лолипоп. Веги может сейчас играть. У него позиция крутая, за смоками. Вот здесь Лолипоп не ждет, дает фраг, но тут же отходит. Ситуация 3 в 3. На голову Роба запрыгивает. Здесь Миху стоит, но он за доской. И Роб его просто-напросто не видит. Смоком нужно закрывать хотя бы Сити. Ну, хоть как-то поставить эту бомбу. Но не торопится это делать, потому что МДС идет с медла. И здесь закрывает двоих коннекторе. В общем-то, вы сейчас сами видите, Снакс последний против троих. И, в общем, скорее всего, это 16-й раунд за Немига. Хотя бомба убивает. Очень-очень битые игроки Немига сейчас. И по идее-то у Снакса есть возможность. Но у него ситуация сейчас либо one shot, one kill, либо ты погибаешь. Да и тем более там размен должен быть от Немига в идеале. Но у него тоже 13 хп, понимаешь, и здесь любая пуля просто его приговорит. Он пытается похитрее позицию занять, но из-за того, что не разбита дырка, ему придется идти в обход через точку Б. Это 100% поставленная бомба, но Немига настолько боятся, что он по-прежнему сидит на кассе. Пока-то работает. Сейчас Шартаун удивит своей позицией. Скорее всего, может быть, даже одного заберет. Но там за искрой должны будут поставить уже бомбу к тому моменту, и прострелы невозможно. С девайсом пошел, что вполне вероятно. Ну вот теперь уже время играет против него. Какие позиции займут Немига? Немига уходят. Ну нет, здесь уже под размен сыграет Немига. Я думаю, будет крайне тяжело. Снакс тут кроссфайр, он выходит на голову. Ну и все, погибнет сейчас. Ну, по-прежнему он пока еще пытается как-то танцевать Снакс. Прыгивать его услышали, естественно. И Роба его прикрывает МДС. 16-2. 16-2, дорогие друзья. Коэффициент 2,5 был на Немигу. Следующая карта. Я не знаю, что там должно произойти, чтобы Virtus.pro, ну, воспряли духом. Потому что так проиграть свой пик, так проиграть в салат Мираж, я не знаю. Есть одно волшебное средство. Попытаться забыть, что Мираж вообще был. Это, в принципе, будет несложно. Он был очень быстрый, и его можно было не заметить. Друзья, мы, собственно, уйдем на небольшую паузу. Нужно командам прийти в себя, особенно в ВП, что-то переосмыслить. Поэтому ни в коем случае никуда не переключайтесь. Но... Не забудьте еще забежать на сайт Лутбет и использовать промокод BEACHPLAJ, который удваивает ваш первый депозит до 100 евро. Потому если вы хотите положить какую-то кругленькую сумму, почему бы не сделать ее в два раза больше? Так и есть, друзья, мы к вам очень скоро вернемся.
Loot Bet. Made for live betting.